Всем добрый день. С вами компания World Truck. Авторазбор Scania в Нижнем Новгороде. Прибыла машина к нам G-серии 2012 года с мотором ПДЕ. Но машинка пришла не на разбор. Машину взяли под восстановление. Обратились к нам люди. Мы решили им помочь в восстановлении машины. Удар такой, конечно, сильный. Удар с обоих сторон. Спереди и сзади. С помощью наших специалистов мы восстановим эту машину. Следующее видео будет уже подготовленная машина, уже восстановленная, отполированная. Я думаю, что нашему заказчику понравится. Кабину будем ставить белого цвета. Такой вот сильный ударчик здесь. Где-то на полметра ушла кабина назад. Ну, как я и говорил, ждите следующего видео. Посмотрим, что у нас получится. Всем хорошего дня. С вами был Евгений, компания World Truck.